Ничего необычного не заметили? Ну вот приглядитесь. Получается, когда ты начинаешь стартовать на максимальном уровне сложности, вокруг тебя биом, ну, то, что биом квадратный, это ладно. Везде горы, да? То есть в твоем биоме горы. А рядом, вот смотрите, пустыня, здесь нет гор. И здесь нет гор. И я делаю вывод следующий. Хорошо, что я не поставил именно свою контору железнодорожную, которая бустит город и дает именно определенные процентики на продажу. Можно будет потом выкупить более-менее где поровнее город. Допустим, мне вот тут вот нравится, да, вот это вот или Мерефа, не помню, возле Мерефа там должен где-то Харьков рядышком находиться. Нам нужно, короче, в эту сторону где-то идти. Видите, там горы есть, но они чуть-чуть поменьше, вот вершины не такие, да? Прикольно. Биомы, конечно, бесконечные, тут ничего не сделаешь. Ну, будем отталкиваться от того, что у нас есть, соответственно. Смотрите, так как мы играем на максимальном уровне сложности, нам нужно действовать все четенько по плану. Я посмотрел там ту железную дорогу, которую мы прокладывали с этой точки. Она, в принципе, рентабельна. Рентабельна в двух случаях. Давайте на паузу нажму, потому что нам нужно будет обязательно. Рентабельно, потому что может появиться слиток, непонятно где, да? Можно будет здесь развернуть, опять же, временное производство вот этих вот железных слитков. Все равно нужно выходить на ресурс уже высокоуровневый, не первичный, который мы добываем и сразу сплавляем, а уже высокоуровневый, который мы производим из каких-то двух ресурсов, соответственно, или с одного. Значит, смотрите, железку мы пока не трогаем, у меня 12 миллионов. Мы, значит, идем в город Камень-Каширский. Здесь находится доска. Переназначаем машины, которые ездят тут, чтобы они забирали только именно бревна. Делаем здесь небольшой такой заводик, может, там буквально из двух лесопилок, которые будут нам доски делать. Там с одного бревна две досточки. И назначаем, чтобы они отправлялись в Камень-Каширский. Потом следующее. Возле них же опять же делаем, чтобы производились деревянные балочки. Тем самым мы сможем с этих 12 миллионов, которые у нас сейчас, удвоить прибыль, понимаете? Железная дорога, она прикольная, она хорошая, но она затратная. Там нужно, чтобы ты привозил ресурс, не первичный ресурс, а уже где-то второго уровня ресурс. Можно даже третьего уровня ресурс. И тогда будет там 100% прибыль. Вот я уже когда-то начинал на паровозах, я знаю, как это все действует. Лучше начать на машинках, немножко потерпеть, а потом уже развлекаться именно железнодорожной системой. Значит, смотрите, сейчас я вот тут вот в ускоре все сделаю, налажу. И мы посмотрим, как это все будет действовать. Давайте засекаем. У нас на данный момент пока прибыль 1 миллион 600. Мы сейчас посмотрим, как мы инвестируем эти 12 миллионов. И сколько у нас выйдет в прибыли в следующем месяце. Прикольно же? Прикольно. Поехали. А вот здесь вот нужно быть очень внимательным. Посмотрите, у нас осталось 4 миллиона, да, и у меня есть сейчас выбор. Или я сейчас доделаю конвейеры и подключу один склад и буду в жопе. Или я сейчас пойду в гараж, возьму машинки, запущу, соответственно, на продажу досточки в Камень-Каширский и получу с этого прибыль. Понимаете? Вот в чем всегда выбор. То есть нужно всегда знать, когда остановиться. Если ты будешь прям под ноль сливать даже на какое-то производство и потом такой, о, сейчас я накоплю, будет все круто. Нет. Нужно остановиться, дабы сразу запустить его. Смотрите, у нас тут осталось 78 дней, это не проблема. Давайте сразу берем тут, ставим, значит, терминал. Вот тут вот грузовой, разворачиваем его вот так вот. Я думаю, вот здесь вот, думаю, самое то, что нужно будет. И запускаем машинку, потом еще одну машинку. И посмотрим, как у нас будет реагировать именно прибыль. Там вроде бы 1 миллион машинка стоит, если я не ошибаюсь. Да, 1 миллион.
Берем, значит, назначаем, купить, добавить, нужно сразу давай назначить, чтобы забирались досточки, потому что у нас там еще будут именно ресурсы. Так, берешь, значит, загружайся, полный всегда ездишь. И едешь, соответственно, выгружайся здесь. Разгрузочка. Все. Тебе все ясно. Сейчас я сохраню данный маршрут. Так, сохранить как? Доска, камень, каширский. И копируем еще две машиночки. И понаблюдаем за сия действием, как оно все будет происходить. Так. Так. И есть. Все готово. Запустить. Я поставил на паузу, давайте посмотрим, сколько нам принесут досточки. Так, и момент истины, сколько первая сделка состоялась. Ну, 41 тысяча. Хорошо. Ну, 41 тысяча это попервой они будут давать, потом они будут чуть-чуть меньше давать. Ну, все равно, 41 тысяча с одной машины. Смотри, по 41 тысяч. То есть я купил 3 машины, это 120 тысяч сейчас. Бац, и упадет. Так, я предлагаю следующее, смотрите, сейчас мы подождем, пока они здесь поразгружаются, понаблюдаем за ситуацией, накопим немножко денюшек, сейчас я точно посмотрю, здесь, сколько у тебя вообще дней, сколько ты сможешь продержаться, ага, ты сможешь продержаться довольно много, да, потому что следующее предприятие у нас будет запускаться на деревянную балочку и тут по-местному развозиться, для того, чтобы вот это все организовать, нам нужно сейчас накопить около 5 миллионов, то есть, как только у меня 5 миллионов стукнет, лучше 6-7. И тогда мы начнем сразу балочки поставлять, и как раз самое то, что нужно будет. Давайте, значит, вот тут вот посмотрим, как будет потихонечку разрастаться город. Я думаю, будет очень интересно. Плюс еще понаблюдаем, как мы эффективно вложили свои 12 миллионов. Неплохо так прибыль начала идти, я на паузу нажал на 30 дне месяца, сейчас мы посмотрим, что можно где подкорректировать, хотя, нет, давайте все-таки пойдем и запустим еще производство, вот это вот, дабы у нас не обанкротилось, да, и потом будем корректировать, еще денежек набьем, вы увидели, да, плюс там получается 300 тысяч, плюс 300 тысяч, если мы еще с отсюда получим плюс 300 тысяч, потом мы откорректируем все маршруты, тогда где-то мы должны будем выйти на 3 миллиона, и можно будет свободненько начинать запускать железную дорогу. Так, может там слиток нормально где-то в нормальном месте появится? Мне, значит, нужно сделать следующее. Вот тут вот поставить еще один склад, настроить, чтобы у нас... Я уже вроде бы поставил, да. Тут у нас есть уже деревянная балочка производилась, потом купить машины. Ты, кстати, достаешь или не достаешь? Сейчас я посмотрю, где у нас находится... Вот так, логистика. Нет, не достает. Придется еще один ставить. Ну вот тут вот тогда поставим, и еще один как раз будет хорошо. Все, погнали тогда... Все эти дела настраивать и посмотрим, как у нас будет идти прибыль.
все, что нужно, мы сделали. Давайте выпускаем машину, и теперь придется, наверное, включить режим ждуна, потому что по-другому никак. Так, спрос падает, дерево. Ну, это хорошо, пускай, там ничего страшного. Там мы потом наладим. Спрос падает, не падает. Вы уже привезли? По 38 тысяч. По 38 тысяч. Я сейчас предлагаю сделать следующее. Давайте включаем, значит, режим ждуна. Открываем вот так вот. Мне нужно, смотрите, сколько денег, приблизительно где-то до 8 миллионов. Давайте сейчас посмотрим, сколько мы будем времени набивать. 8 миллиончиков. Уже так быстро 9 миллионов, даже не 8-9 получилось. Вы заметили, с каждой оптимизацией все больше. В принципе, это в принцип игры. То есть ты поначалу наращиваешь больше, а потом как делаешь систему такую большую, которая дает тебе супер прибыль. Смотрите, я становился опять на 30-м дне, дабы сейчас вот это вот сделать реинвестирование. Мы сейчас посмотрим, где нужно добавить машинки, где нужно убавить машинки. Может, организовать лабораторию еще одну, чтобы у нас исследование шло. Сейчас посмотрим, что у нас тут появилось. Так, тут у нас понятно. Слиток опять появился на том же самом месте. Это означает, что в принципе можно развернуться. Если я, конечно, успею, конечно, слитки начать вырабатывать. Хорошо, потихонечку начнем. Начнем с Гайварун. Смотрим, предприятие, что у нас здесь? 115 из 115, серьезно? Ничего себе они доставляют прям на склад. Отлично. Деревянная балка, 61, получается, из 85, хорошо. Появился песочек мы трогать не будем. Песочек у нас находится где-то в этом регионе, если я не ошибаюсь, вот рядышком. Максимум, что мы с этого региона заберем, это дерево. Или в этом регионе, вот не помню. Где-то здесь находится именно песочек. Вот песочек, да, рядышком, я помню, где-то был. Песочек пускай пропадает, он нам не нужен. Так, значит, тут в принципе, можно на вот этот маршрут добавить одну машинку. Давай, хорош? Давай. Где у нас тут получается? Возят тебе это все? Дрянь, возят. Кто тебе возит? Вот здесь тебе возят. Давай, значит. Во. И выезжай. Есть. С этим городом разобрались. Одну машинку добавили всего лишь навсего. Так. Надо будет долг в этот займ выплатить. Я все подумаю о нем. Здесь давай смотрим. Угу. Железная руда. 65 из 135. Добавить можно сказать, почти половину машин. Дерево. 50 из 140. И досток. Смотрите. Ой, тут вообще можно дико много машин направить. Но давайте с досток начнем. Они самые дорогие. Железная руда тоже так ничего. 9000. С досток. Давайте с досточек начнем. Доски у нас привозит вот этот вот парниша. Где его тут рядом поставил? Да. Ты же достаешь? Да, досток. Достаешь. Три машинки. Значит, нам нужно еще три добавить. Депо у нас получается это. И потом опять режим ждуна включим и посмотрим, что у нас в итоге получилось. Три. Добавили. Выпускаем. Так, дерево у нас получается тоже с этой точки идет. Сколько у нас на дерево, скажи мне? Вот тут вот остановочка. Так, железная руда не то. Железная руда. Камень. Железная руда, камень каширский. А вот дерево. Дерево. У нас получается 5 машин. И мы еще 5 можем добавить, да? Но 4200, понимаете, да? Железная руда 9100. Тут выбор очевиден. Лучше добавить 5 машин, соответственно, по железной руде, понимаете, да? Значит, идем, значит, на железную руду. Там даже, да, 5 машин, то вот вообще 6 возят. Ну, 5 добавим, 5. Хорош, и погнали. 1, 2, на все деньги. 3, 4, 5. Все, оптимизацию сделали. Сделали. Тут пока железный слиток не трогаем, но в баню. Теперь
Давайте посмотрим, как мы вкладываем, соответственно, средства свои. А у нас там в основном где-то выходит 2 миллиона 100, 2 миллиона ровно, 2 миллиона 300. Ну, по-разному. Короче, 2 миллиона держится в основном, да? В основном 2 лямчика держится. А посмотрим, как сейчас мы вложили свои 9 миллионов и насколько у нас повысилась прибыль, а? Вот это я понимаю прибыльное инвестирование средств. Из 2 миллионов 100 сразу бум на трешку. Вот это да. Вот это я понимаю. Вот это вложение средств. Если каждый раз так вкладывать средства, то можно и до 10 миллионов. Потом и не проблема будет купить любой регион. Жесть, просто жесть. Я играю именно на максимальном уровне сложности. И прям как понимаешь, так, если то-то-то сделаешь, потом там будет железка, потом будет то-то-то. Я немного в шоке, что так получилось. Ну ладно, располагая информацией, сколько чего привозить, ты понимаешь, сколько где чего добавить. Мне интересует тут переизбыток, мне писала. Так, на складе, ага, у тебя переизбыток. Давай-ка, дружище, сейчас я посмотрю, где у тебя логисты. Уберу машины, чтобы у тебя не было переизбытка. Переизбыток — это не очень хорошо. Вот здесь, да, получается. 3 машины делают переизбыток, серьезно. Ну, я отправлю одного в депо, так уж и быть. Сейчас я посмотрю по другим ресурсам. Так, а я опять на 30-м дне остановился, дабы посмотреть. Деревянная балка ровно 85. Дерево, переизбыток, короче, идет. Появился уголь и появился песок. Ну, уголь 100% нет, песок 100% нет, пускай пропадает. Не хочу, чтобы здесь и уголь, и песок был. Так, вот в большом вот этом вот городе смешанном я не понимаю, почему не появляется новых предприятий в каких-то непонятных городах появляется, да, а здесь нет. Давай здесь посмотрим. О, 130, да, норм. Так, доска 67 получается. Можно, в принципе, добавить еще, да, машинку. Еще добавить. Я сейчас хочу посмотреть предприятие. Они вообще успевают справляться? У вас тут запас есть? Так, у вас запас есть. Значит, угу. Сколько у нас вообще машин привозят доски? Скажи-ка ты мне, пожалуйста. Привозят у нас машин... сколько это? 6 машин, правильно? Правильно. Значит, нам что нужно? 67, мать его, разделить на 6. Каждая машина привозит по 11 единиц за месяц. Правильно? Правильно. Значит, мне нужно добавить 2 машины всего. Давайте так и сделаем. Добавим 2 машины. Где у нас находится гараж? 1, 2. Выпускаем. Есть. Теперь нужно сейчас с деревом разобраться. Я тогда дерево, получается, не отправил нормально. Теперь дерево. У нас, получается, сколько машин привозит дерево. Скажи мне, пожалуйста. Так, железная руда. Вот, дерево у нас, получается, дерево у нас привозит 5 машин, да? Это нам нужно, значит, 70. Вот почему нужно высчитывать самому, а? 70 разделить на 5 машин. 14. Одна машинка за месяц. Вот. Чё нету статистики, а? Я надеюсь, разработчики вот это все добавят. Так, 14. Сколько там? 2, 28, 40. Короче, 4 машины можно добавлять. Дерево, железная руда. 4 машинки можно добавить, как нечего делать. Так, берем, значит. 1, 2, 3... 4. И давай-ка посмотрим в этом городе, что у нас вообще происходит. Я до него вроде бы тогда не дошел. Здесь, значит, на предприятиях железные руды. О-ху-ху. Они требуют еще железный слиток, да, и дерево. Ну, дерево, ладно, пока не будем привозить. Нам нужно сейчас как бы наращивать больше наращивать. Давай, как бы сейчас сделать? Смотри, я думаю, сейчас будут проблемы именно с деревом, потому что я направил прям много дерева, дабы забирать. Нужно сейчас, наверное, поставить
или еще одну добывалку дерева, или склад. Давай-ка, наверное, лучше добычу дерева еще одну поставим, лесопилочку. Дабы мы не испытывали никаких проблем. Так, достает? Достает, я вижу, до всех предприятий. Мне особенно вот до вот того, чтобы доставало. Есть. Точно достаешь? Я тебе сейчас по логистике посмотрю. Да, достаешь. Третье предприятие должно, в принципе, спрости. Может, еще поставить. На всякий пожарный, а чего бы и нет, а? Слушайте. Во, все. Все, вот теперь я на 100% уверен, нормально. Смотрите, мы опять сделали реинвестицию. Вот это вот город нормальный. А здесь мы, получается, направили машинку. Кстати, в депо мы ее направили. Одну, она будет там стоять. В минус нас тянуть, стоять будет. Ну давай, сейчас посмотрим. Сейчас вот эти все выйдут. Вот, дерево. Давай-ка я тебя переназначу. Ты ж не против, если я тебя просто переназначу? Берем вот этот маршрут. Вот у тебя изменить. Стоп. Давай, вот, индивидуальный. Добавить. Смотри, я тебе сейчас сделаю вот так вот. Ты ж у нас просто перевозишь, да? Правильно? Ты ж у нас специализируешься на дереве. Да, да, дерево, все, хорошо. Я сейчас посмотрю, если ты достаешь... Где у нас находится? Вот тут вот лесопилочка. А, остановка. Выгрузка. Мне интересуют железные руды. Логисты не достают, да, до железной руды. Ну тогда придется тебя просто продать. Извини, дружище. Все. Купим. Ну что, последний раз почилим, посмотрим, что у нас с прибылью. Как у нас вообще она растет. Если сейчас еще на лям прыгнет, я просто офигею. Так. Мне, ну... Круто. Давай, режим ждуна активирован. Странно. Прибыль осталась на том же самом уровне. Наверное, что-то забыл сделать. Тут два варианта. Или забыл что-то сделать, или они остались в гараже. Здесь в гараже никого... А, ну конечно, я-то думаю, где ж мои дополнительные несколько тысяч, там сотен, а они, получается, стоят в гараже и ничего не делать. Ну ладно, ничего страшного. Я сейчас хочу посмотреть на вот этот вот маршрут, который у нас возит железную руду, и немножко его подкорректировать. Так, полное здесь нормально, есть. Здесь недавно появился уголечек. Этим бы можно было бы воспользоваться, тем, что он недавно здесь появился, соответственно. И вот у нас уже веточка идет. Провести уголечек и уголечек доставлять. Тем самым, когда у нас еще раз появится слиток, соответственно, можно, в принципе, сразу и слиток настроить, сделать там по-хорошему. Ну ладно. Я предлагаю следующее. Давайте покажите, что вам очень нравится именно прохождение данной игры в Voxel Tycoon. Соберем хотя бы полтишок. Если будет сотка лайтков, это вообще будет отлично. И я в следующей серии уже начну запускать железную дорогу. Сейчас мы дооптимизируем на высоком уровне сложности. Зарабатывать такое количество денег — это хорошо. Мне нужно сейчас только разогнаться. После того, как я разгонюсь, я буду покупать следующий регион. И в регионе уже, соответственно, ставить штаб-квартиру. Там мы будем уже делать все в идеал. Город я буду контролировать. То есть я буду смотреть, как будут расти дома, по какой сеточке, где у нас будет пассажирский заезд, где у нас будет грузовой заезд. Вот эти вот пока у нас стартовые города, их не будут трогать, пускай растут как хотят. Нам главная задача с них взять прибыль. Максимально взять прибыль. Развивать мы будем совсем другой город. Они будут у нас тут жить, конечно, я подвезу им, там еще будут кое-какие ресурсы. Ну, будет как-то вот так вот. Надеюсь, тебе понравилось. Ты влепишь лайк, подпишешься на канал. Ну и встретимся в следующей серии. Пока.